Приветствую вас на канале «Современные родители». Продолжим говорить о прогулочных колясках. Сегодня главный герой обзора – модель Joby C780, книжка. Расскажу о характеристиках, комплектации и реальных отзывах владельцев. Как всегда, под видео оставлю ссылки на магазины и актуальные цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Если вы ищете универсальную коляску, которую можно полноценно использовать для прогулок с ребенком как зимой, так и летом, то новая модель от крупного производителя является самым лучшим вариантом по соотношению цены и качества. Производитель рекомендует пользоваться коляской для детей в возрасте от 6 месяцев. Однако, докупив за небольшую цену люльку, вы сможете использовать модель для новорожденного грудничка. Благодаря большим маневренным колесам и немалому весу 14 кг, коляска обладает высокой устойчивостью и проходимостью. Данная модель имеет очень плавный ход благодаря специальным амортизаторам на всех четырех колесах и с легкостью преодолевает большие сугробы, ямы и даже бордюры. Поэтому поднимать ее вам придется крайне редко, причем быстро сложив ее книжкой, переносить коляску очень удобно, и с этим справится даже хрупкая женщина. Спинка регулируется при помощи рычага в трех положениях, учитывая положение лежа. Защитный бампер с мягким чехлом. Регулируемая высота ручки для родителей. Регулируемая подножка. Капюшон коляски раскладывается до бампера. В комплекте мягкий матрасик, который при необходимости можно снять. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками. Подставка под бутылочку. Теплая флисовая накидка на ножке тоже идет в комплекте. На капюшоне предусмотрен карман для мелочей. Наличие вентилируемого окошка на молнии для жарких дней. Внизу вместительная корзина для покупок. Все тканевые чехлы легко снимаются и подлежат стирке при 30 градусах в деликатном режиме. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы-минусы этой коляски. Сначала расскажу о минусах. Очень слабая рама из алюминия. Сиденье коляски внутри состоит из ДВП, при стирке разбухает. Москитная сетка без резинки. Подножка не выдвигается, не удлиняет спальное место. Внутри колес подшипники быстро разбалтываются и начинают греметь. Не хватает перекидной ручки или перекидного блока. Нет сумки для мамы. Неудобные ремни безопасности. Теперь перейдем к плюсам. Плавный ход. Одной рукой без проблем можно управлять. Отличный капор и европолок полностью закрывают ребенка. Благодаря нескользкому материалу ребенок не скатывается. Удобная и тепленькая муфта. На морозе коляска ведется отлично. Супер колеса, вездеход. Достаточно теплая, нигде не продувает. Капюшон до бампера. Просторное и теплое спальное место. Амортизация отличная. Удобная муфта для мамы зимой необходима. Чтобы не пропустить новый обзор, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. А также делитесь мнением в комментариях и обязательно ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Современные родители».